Женщина испытывает чувство вины за то, что она раздражается на ребенка или злится, да, то есть она чувствует себя плохой мамой. И здесь очень важно осознать и разрешить себе адекватную агрессию, которая является нормальным и естественным процессом, да, когда я адекватно раздражаюсь на ребенка, ну, потому что он отнимает постоянно мое время, требует внимания. И агрессию смещенную, которая относится не к ребенку, а относится к другим проблемам. Например, не хватает поддержки от мужа, да, с другой стороны, мужу не хватает внимания, да, и вот здесь есть напряжение, да, его нужно То прояснить. есть часть напряжения мама в этой ситуации от мужа может переадресовывать как раз Да, ребенку. поскольку муж не всегда бывает дома, и она занята другими делами. Здесь, конечно, очень нужно пользоваться поддержкой близких, нянь, если есть такие возможности, и давать маме просто время для себя.